Друзья, что-то я совсем запутался. Полистал форумы по поводу установки антенны на магните на крышу Outlander. Все говорят, крыша алюминиевая. Но однако никто не сказал, что диаметр магнита больше, чем промежуток между вот этими выпуклостями на крыше. Я думаю, а так вот, вот смотрите, вот этот вот, как это, антикрыло, или как, я не знаю, называется. Вот смотрите, к нему хорошо липнет, отлично железо. И крыша тоже железная. Так что, может, я что-то путаю. Единственное, вот приходится кабель, конечно, вот так вот. Ну, здесь какие-то наклеечки поставить, самоклеющиеся. Пристегнуть. Ну, естественно, чуть-чуть отодвинуть надо будет, чтобы открывалась она. Вот так вот, смотрите. Вот таким образом. Вот, видите, вот она открывается. Вот. Вот, ни во что не упирается, все нормально. Пожалуйста. Так что это получается железо все-таки, не пластик. И крыша тоже не алюминиевая.